Я вам всем желаю на 8 марта, девушка, чтобы у вас был мужчина, который бы застегивал вам платье. Слушай, а лучше расстегивал. Расстегивал платье, да. Варил горячий борщ вкусный, делал салаты и дружил с вашей мамой. Вот. Потому что, пацаны, на самом деле, в первую очередь нужно подружиться с мамой и с папой. Если вы этого не сделаете, то... Дело каже. Дело каже, да. С 8 марта, мазь дорогие.